Почему до сих пор жив Иосиф Виссарионович Сталин? Нет, вот Иосиф Виссарионович Сталин умер 5 марта 1953 года, и вместе с ним сталинизм. А все, что осталось, это, простите, не Сталин и не сталинизм, а такое устройство социума. Если это социуму нравится, пусть оно будет. Сталин не придумал в России авторитаризм. До Сталина был Грозный, был Петр, был Ленин. И я против того, чтобы на Сталина все это валить. Сталин – это просто наибольшая концентрация всего самого худшего в русском государстве и в русском характере вообще. С большой примесью кавказского коварства. Но никакого, ничего эксклюзивного в нем я не вижу. И сказать, что он жив, это значило бы сильно ему польстить. Сталин гений? Нет, конечно. Нет? Нет, конечно. Понимаете, гений, все-таки, помимо того, что он предельное выражение чего-то, гений должен обладать какими-то, в общем, личностными качествами. Сталин – это очень посредственный менеджер, ему по его, так сказать, качествам управлять средним трестом на Кавказе, там, я не знаю, чайной плантацией. Вы осознанно это говорите? А что я говорю неосознанно? Мы же не пили с вами. Сталин – это довольно мелкий, довольно примитивный по своим качествам управленец. Называть его эффективным менеджером, как называют некоторые особо ретивые путинисты, за что, простите? Человек, который всего добивается с такими потерями, да. Человек, который так провел индустриализацию, коллективизацию первый период войны, человек, который в топку выкинул лучший генофонд нации, ну, простите меня, я сейчас опускаю моральный аспект, угу. Но это просто плохой управленец, не говоря о том, что человек, который дал Гитлеру себя обмануть, который не верил информации к нему поступавшей, который абсолютно неэффективен даже в качестве отца. О чем говорить? Ну, посмотрите на судьбы его детей. Там, да? Человек, у которого вообще никак сроду ничего не получалось. Женщины не любили. Да? Соратники даже ненавидели. Даже женщины не любили. Да, соратники ненавидели. Человек абсолютно неуспешный во всем. Был бы успешный, простите меня, эта империя бы еще все-таки постояла. Как она после Цезаря постояла, эта республика, лет добрых эдак 600. Так и здесь.